Тбилисский метрополитен был введен в эксплуатацию в 1966 году и стал четвертым по счету в СССР после Московского, Ленинградского и Киевского. К услугам пассажиров 23 станции, расположенные на двух линиях – Ахметелиево-Аркитилской и Сабурталинской. В Тбилисском метрополитене действует линейная система движения поездов с одной пересадочной станцией. По длине эксплуатируемых линий занимает 8-е место среди метрополитенов бывшего СССР после Московского, Петербургского, Киевского, Харьковского, Минского, Бакинского и Ташкентского. Стоимость проезда на май 2019 года составляла 50 тетри, примерно 12 рублей. Работает с 6 утра до полуночи. Интервал от 2,5 минут в часы пик и до 12 минут в позднее время. Объявления в вагонах читают на грузинском и английском языках. Названия станций также написаны на грузинском и английском. На сегодняшний день по Ахметелиево-Аркитилской линии курсируют 4-вагонные составы, по Сабурталинской – 3-вагонные. 10 лет назад проведены работы по ремонту и модернизации внешнего облика ряда станций.